Отличный подарок. К Дню молодежи получили тюменцы, проживающие в Заречном микрорайоне по адресу Муравленко, дом 9. Дворовую территорию больше не узнать. Морально устаревшие качели и детскую площадку обновили на современные спортивные сооружения, которые уже начали приносить пользу местным жителям. Преобразовавшийся двор с физкультурно-атлетическим уклоном оценил в том числе и глава города Руслан Кухарук. Нашли возможность, где разместить территорию для занятия спортом. Как всегда, здесь помогает наше воркаут-движение, активные участники любого нашего процесса по не только проведению спортивных массовых мероприятий, но самое главное по благоустройству и созданию городской среды.